Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Bombastic Brothers. События, какие события здесь? Открыть, у меня нет ни одного ключа. Вот так-то вот, так, подожди. Бои на арене. Так, запрос о помощи. Странно. Так, атака термитов. Возможно, награда. Какие-то звездочки. Ну-ка, давай-ка, ребят, посмотрим, что это за атака термитов. Вы помните, да, в прошлой серии мы с вами вот этого чувачка G3V3 открыли. Так, он у нас стрелок. Я вообще-то думал, что это ассасин. Ну, поехали, попробуем. Я не знаю, что это. Это займет несколько минут. Но на самом деле это заняло несколько секунд. Мы уже с вами ищем определенного оппонента, видимо. И что тут происходить будет, я пока не знаю. Главное, чтобы я был сильнее. Остальное меня не волнует. Если мы, конечно, будем здесь против кого-то драться. А если просто проходить, то ничего страшного. Оу! Ах, ты... Вот оно что! Подожди, ребят, мы вдвоем, что ли, с ним идем? Или что? Или друг против друга еще драться должны? Я не врубился, если честно, пока. Пока я не понял, на самом деле, что тут я должен сделать. Я вообще могу хоть... Да, я могу тут. Я прыгать могу. Все как полагается. Но посмотри, какие ребята сильные тут противники. Так, турели пошли. Оу, робот еще тут появился. Да хорош ты уже подбивать-то меня. Может быть, кто-то здесь должен выжить? Выжить только один должен. Как вариант, кстати. Так, погнали далее. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу, перепрыгиваем. Вот так будем их отсюда бомбашить всех. Хорош там в меня пулякать всякой ерундой. Ну. Жесть какая, тут много, ребята. Их тут очень много. Вау. Тихо, уходим. Турель забомбили. Так, жуки и слизни всякие здесь. Ёп, просто... Эй, хорош. Да ну, завязывайте давайте. Их тут, ребят, слишком много. Они все слишком мощные. Фух. Но мы с ним по хп, ребят, практически одинаковые. Дай-ка я ракету сюда бомбану. Так, термиты. Это называется атака термитов. Так, у нас, ребята, кто больше всего нанесет урона, что ли, я так понимаю, идет, да? Соревнование на урон? Или как? Давай я попробую этого ханорика забомбить. Так. Бомбанули. В данный момент у нас одинаково с ним, ребят. По дамагу идет. Куда я прыгнул-то? Зачем я так сделал? Господи, на всю эту ерунду, ребята, я туда прыганул. Так, давай. А, турель. Турель. Так, сейчас бомбит по мне. Я ее расчек. А че чувак-то завис? Эй, парень, у тебя здоровье. Ребята, он, по-моему, готов. Он готов. Он погиб. Поэтому он там и завис вот так, в такой вот, в картиночке. Так, отлично, я здесь справился. Давай вот с этими теперь олухами. Игрок покинул бой. Ну ты молодец, ты красавчик, тебе могу сказать. Вовремя ты, конечно, все это дело сделал. Так, отлично, мы здесь справились. Ну ладно, будем, ребята, в одно лицо тут бомбить. А что сделаешь? Нет. Да ну хорош. Ребят, меня, по-моему, сейчас тут распишут. Я, конечно, попытаюсь как-то тут. Ну дай хоть турельку-то на дорожку. Все, ребята, вы точно хотите начать заново? Нет, я не хочу. Я не хочу, мы отмену делаем. Поражение, герой погиб. Так подожди, а в чем же тогда, в чем же тогда суть вот этого испытания? Герой, конечно, вышел, да? Второй чувачок из игры. Он прям молодец, елки-палки. Короче, я не понял юмора, если честно. Но у нас, ребята, вот здесь вот мы сможем завершить. Так, это что у нас вообще такое? Улучшить. Улучшать нам пока ничего не надо. А здесь командный пункт. Подожди, а мы больше ничего не можем с вами? Вот, вот здесь еще. Это, по-моему, да, ребята, это арена. Выбери имя, которое запомнят твои враги на арене. Да? Ребят, я назвал себя Арена ПВП. Добро пожаловать на арену. Тут можно соревноваться с другими игроками и получать за это ценные награды. Сражайся, чтобы получить знаки отличия. Их можно потратить в магазине арены на осколки героев или редкую экипировку.
Давайте, ребята, хотя бы глянем, что это такое у нас. С чем тут все это едят. Так, начать. Для победы плюс 13. Ну, давай вот это вот. Вот с низов начнем. Начать. То есть трех персонажей мне дают, получается так. Ну-ка, в бой. Погоди, я не понял. Кто выиграл? Я? Я, по-моему, выиграл. А, ребята, они сами дерутся здесь. Без моей помощи. Слушай, ну это круто. Вау-вау-вау-вау, чувак, здорово. Ну-н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 у. Е-е-е, побед за нами. Слушай, тут зависит, ребята, все от экипировки. И мы получили с вами 15 PvP очков. Дополнительная награда. Посмотри это видео, чтобы получить дополнительную награду. Не хочу. Продолжить. Ага, здесь уже 25 очков, да? И 10 гемов. Поехали. У нас, ребята, есть 3 попытки. Это уже вторая попыточка у нас тратится. Так, вот моя команда. У меня вот такие вот, ребята, показатели по мощам. Поэтому давайте... Давайте вот сюда вот. Вот с этим попробуем подраться. Начать. Слушай, а мне нравится такой вот расклад. Я думал, что я буду там, знаете, сам бегать по этой арене. Но если это все в автоматическом режиме, то здесь, конечно же, решает все только экипировка. Так, ладно. Давай быстрее прогружайся. Все. Погнали. Вау-вау-вау-вау. Так, минус один. Так, Джефф против Джеффа. С одинаковыми пушками. Эх, мы одолели. Вовремя мне чувачок бросил гранату. Так, ну и этот чувак, как обычно, с Дороти. Ага, давай, снайперша, выходи. По-моему, сейчас ты будешь у меня здесь бомбить. Отлично, ребят, побед за нами. И мы должны с вами получить... Почему 15 очков? Там же вроде бы показывали, что 25 очков я должен был получить, да, и... Что-то еще. Да не надо мне вашу вот эту вот рекламу смотреть постоянно. Ну что, ребята, у меня последняя попытка. То есть награда за место от 1 до 5. Ага, вот оно что. Теперь я понял. Так, ладно, давай, наверное, мы с вами... Ну здесь можно любого выбирать. Никаких проблем вообще не вижу, если честно. Они все слабенькие. Ну, примерно моего уровня, ну, немножко послабее. Поэтому мы их будем разбирать сейчас. Погнали. Так, оу, нифига у него там, ребята, чувачок какой. Ох, ты смотри, что он сделал. Он поставил какой-то на себя щит, видимо, да? Так, снайперша. Так, такая пушка у меня тоже была. Блин, Джефф двоих просто снес. Крут, крут, чувак, не могу ничего сказать. Так, что? Ну, тут нас подбили, конечно. Так, давай, Джинджер, покажи себя в бою. Вот по здоровью она, конечно, слабовата. Но, тем не менее, ребята, мы с вами здесь одержали победу. Так, еще 15 очков заработали. Ну все, ребят, все 3 попытки я истратил. Я в данный момент нахожусь вообще, видимо, в бронзовой лиге. Даже в деревянной лиге, ребят. Получить еще билетов нет, не надо, спасибо большое. Так, в бункер мы с вами не пойдем сейчас. А что такое у нас? Акт 1 загорелся. Нет, давайте, не надо нам сейчас никакой сложности прибавлять. Дайте мне продолжить. Погоди-ка. А, я не могу пойти в 4-й акт. Нужно завершить миссию 1.6. Твоя принцесса в этом замке сложный. Ага, хотим мы или не хотим, ребят, нам придется играть в сложном режиме. Ладно, согласен. Ну давайте посмотрим, насколько здесь у нас продвинется сложность. Так. Ну пока я ничего, ребят, тут сложного не вижу, если честно. Это пока. Может быть, тут сложность будет в боссах. Ага, вот эти вот, ребята, уже покрепче, смотрите, не так все просто. Так, термит, иди отсюда. Так, хорош, хорош. Тут дурачится, блин. Так, минусанули. Или врагов здесь станет больше, пока непонятно. Вау, все таки тут довольны. Вечеринка продолжается. Так, жиробас. Жиробас у нас тут стоит, толстый. Но накумарили. По идее, если мы, ребят, с вами проходим этот на уровне сложно, да, нам должны давать, опять же, реверт, карточки и все тому подобное. Так, что тут еще? Тикток какой-то вышел. Давай-давай, бомбим. Так, теперь еще с другой стороны термита. Так, ага, турель. Ладно, турель мы с вами тоже сейчас забомбим. А дальше нам нельзя продвигаться, что ли? В чем... А,
Понятно, не одна волна. Вау. Я помню этого Ханорика. Так, а теперь получается, что этот чувачок под прикрытием, да? Раньше он, по-моему, был один здесь. Но теперь он со всякой швалью пришел к нам в гости. Так, сам герой у меня побежал почему-то. Победа. И мы получили с вами ящик. Слушай, а бункер у нас в чем заключается? Помнит кто-нибудь, нет? Я тоже не помню. Давай сразу вторую миссию. Погоди-ка. Рекомендовано... Я не могу, да? Повысить, говорит, уровень. Давай, хорошо, повысим. Теперь-то как, хватит, нет? Автовыбор. Подожди-ка, а у нас тут что такое, ребята? Ну, это шлем. Убрать, заменить, пока я этим заниматься не хочу. Все, вот теперь по мощам у нас отлично. Значит, я могу продолжать. Погнали. Так, дай-ка я вот так вот лупану по ним. Стоят там, спят. Вау. Так, хорош там стрелки бомбить. Ну. Так, тихо-тихо отходим. Бомбанули, перепрыгиваем. Отлично, все идет пока хорошо. Так, зачекрыжили. Турель. Нет, родная моя. Рано тебе здесь буянить. Значит, скорее всего, ребята, здесь будет повтор и боссов. Но они будут здесь намного сложнее. Да куда ты стреляешь-то постоянно? Куда-то отвернулся и бомбит. Зачем ты так делаешь-то? Подставляешь меня в данный момент таким макаром. Так, давай этих мелких клопов забомбим. Тихо. Воу-воу-воу-воу, тихонько. Приходится постоянно юлить здесь между этими снарядами, чтобы... Ненароком тебя здесь не задело. Двойной прыжок нас спасает здесь. Так, и у нас, видимо, ребята, здесь будет... Ну да, типа небольшая потасовка. Надо будет всех сейчас разбомбить, ну как обычно. Я постараюсь это все сделать быстренько. Безболезненно для них. Ага, так, тихо-тихо-тихо-тихо. Эти у нас не могут стрелять почему-то вниз. Ну, за это и поплатились. Так же, как и вот этот... Ах, ламон. Меня просто сейчас подловили, ребят, на самом деле. Нежданчик такой был. Так, давай вот этого снесли. Ну, жирный, ты достал. Блин, не можем разобрать его, ёпрстая. Как интересно мне здесь улучшить свой вид оружия, а? Чтобы он был... Сейчас, по-моему, босс будет, да? В этой локе босс-то у нас? Или не в этой? Я ничего не путаю, ребят. Вау, 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 шквал-то какой этих... Снарядов, выстрелов и так далее и тому подобное. Да, ребята, вот и босс появляется у нас. Так, вспомнить бы, как он тут у нас здесь. Вот он, по-моему, щит, да? Ой, луч. Да-да-да, именно с лучом. Так, первый, второй, третий и луч. Хорошо, отлично. Пока нормально все у нас получается, ребят. Готов, сосунок. Это, оказывается, а не босс, ребята. Ну, как говорится, главное знать, как его бомбить. Опять, смотрите, ребята, мы с вами получаем 5 карточек на нашего Джеффа. Новый уровень, 14-й. Так, новый уровень, разблокировка. Секунду, а я могу, например, вернуться сюда и посмотреть что-нибудь здесь? Так, во-первых, давайте откроем наш ящик. Тем более их 3 ящика здесь. Давай следующий. Вау, ничего себе. Так, сапоги, это на 16-й уровень, я так понимаю, да? Все выпадает нам. Так, а из этого рюкзак выпал. Хорошо. Так, события... Да, нам, кстати, нужно посмотреть с вами рекламочку. Так, что нам тут остается? 200 жетонов и 1000 монет. Еще, ребята, одну рекламу мы с вами потом посмотрим и получим сундук эпический. Вот так-то. А что вот здесь мы можем с вами сделать? Командный пункт, задание, завершить. Отлично, забираем. Так, 10 гемов за просмотр рекламы. Давай-ка мы с вами... Сколько здесь жетонов? 180. Ага, а если... А вот это мы можем начать задание с вами? Ну, предположим, вот сюда мы поставим стрелка. А сюда-то кого надо ставить? Любого? Любого, по ходу дела. Недостаточно силы. Ага, нужно 11800. Хорошо, а Джеффа если мы влепим? Ну, совсем другое дело. Так, хорошо, давай, наверное, тогда за жетонами кого-нибудь с вами отправим. Так, и вот... А, герой находится на задании. Все, я понял, ребят, не имею права, значит, да? Сюда тоже не получится. Вообще никуда не могу, ребята, отправить. Вообще никуда, потому что везде нужен снайпер. А снайпер у меня только лишь один. Сюда можно было бы Джеффа, конечно, поставить, но снайпера опять нет у меня. Жаль, вот тебе и командный пункт.
Так, давай посмотрим события. Что опять здесь? Что тут опять? Забрать. Вау, ключик мы с вами заработали. И еще один ключик у нас есть. Так, главная цель. Выполните все задания этого дня, чтобы получить специальную награду. Все задания этого дня. А задание, я так понимаю, вот в этом заключается, да? Запрос о помощи. Выполни несколько миссий в стыковочном отсеке для завершения. Несколько миссий для завершения, да? Неудержимый штурм. Поехали, ребята. Это я уж думаю одолею, да? Вот этот вот этапчик. Neo Blade атаковали наших спонсоров. Защити их. А где? Эть! Джефф, ну что ты делаешь-то? Господи, упал. Упал, бедолага. Так, отбиваемся от этих. На спонсоров они напали, а? Ты посмотри, какие они тут блатные. Так, новая волна. Жду. Где? Кто? Так, этот стрелок, это ерунда, ребята. Это тоже, в принципе, для нас не имеет. Эть! Давай, 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 расстреливаем. Так, отлично. Так, новая волна или как? Да, ребят, новая волна, это третья получается у нас. Расстрел всех, тут расстреливаем. Никаких шансов, ребята, им не дадим. Спонсоров, видите ли, они тут грабить решили. Победа, в воздухе такой завис там. Хорошо, здесь мы прошли. Сундук зарабатываем, 24 жетона. Хотелось бы, конечно, чего-то побольше, повкуснее. Ну что, нам нужно, видимо, еще пройти два уровня, да? Для того, чтобы мы могли с вами завершить это задание. Переживи три волны, да проще простого. Давай, начнем. Да ты будешь стрелять наверх-то, елки-палки, хорош. Серьезно. Так, минусанули. Тихо, ниндзей. Так, чувак с базукой здесь. Ну, он стреляет только, ребят, по прямой, и это классно. То есть он не может вниз там прицеливаться или еще что-нибудь. Оп, турель. Турель, ты немножко обманулась. Ты не начала не туда бомбить. Так, я понимаю, это последняя волна сейчас будет у нас. Давай, 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 давай. Хопа, минус, минус, турель. Так, там вторая бомбит по мне. Немножко она опростоволосилась. Минусанули, минус и этого минус. По-моему, ребята... А, нет, не все, еще там одна летает. Да ладно, хорош. Все, ребят, победа. Так, ну, неплохо, 33. Опыта, конечно, мало дают. Может быть, в дальнейшем, когда будут задания какие-нибудь посерьезнее, будут как-то больше нам чего-то подкидывать. И последний, ребята, третий у нас бой. Кстати, вы заметили, что мощь растет у противника, против которого я сейчас буду выступать. У нас начиналось с 3000, в данный момент почти 7000 мощей у противника. Ладно, не особо сильно это будет сказываться. Вы смогли выкрасть планы? Тогда скорее, пока вся база не поднялась по тревоге. Да ладно, кто тут может тут подняться еще что-то? База поднимется по тревоге, ага. Пускай пикнут хотя бы тут что-нибудь сделать. Они вообще ничего не могут сделать. Ребята, ватники, они и есть ватники. Никто их здесь не спасет, и никто им здесь ничего не поможет. Так, хорош. Это у нас вторая волна, да? Да, ребята, вторая волна. Турелечки. Минус одна. Давай этого жарабаса заколбасим. И все. Так, третья, последняя волна у нас. Я готов. Расстреливаем. Так, минус. Ниндзя, иди отсюда. Ага, турели. Две штуки. Минус одна и минус, ребят, вторая. Все, по ходу дела. Ну, довольно изейше на самом деле. Даже очень здесь же. Ну, по крайней мере, мы здесь зарабатываем с вами сундуки. Это уже неплохо. Так, молчаливый убийца. Слушай, ребята, ага, могу взять его. Но у него по мощам, ребят, вообще все кисло. Давай-ка мы его хотя бы хоть капельку там проапаем. Не знаю, до какого уровня у нас это получится. И стоит ли этого делать, потому что нам, по идее, нужен Джефф. Ну да, это у нас класс убийцы, а это у нас класс снайпера. Слушай, погоди, а во-первых, давай посмотрим, я выполнил это задание или нет. Так, открыть. Подожди, давай откроем. Угу, одна карточка, ясно. Одна карточка на Джеффа. Что ж вы так кисленько-то. Так, командная защита.
Заверши задание. А, нужно два задания, ребят, завершить, чтобы... Так, выполни несколько миссий в стыковочном отсеке для завершения. Битвы на этажах. Поиграй в режиме бункера. То есть, вот они, три задания. Хорошо, ребята. Пойдем еще выполним здесь пару... Не хватает, тогда давай за снайпершу сыграем. Так, это для убийцы, я понял. Давай, вот сюда я хотел. Ну, здесь хватает, ребята, у нас по всем показаниям, так что будем бомбить. Мы нашли скопление наемников Neon Blade. Убей их! Проще парень репы. Вообще для меня это... Ватники, елки-палки, тихо. Neon Blade. Новая корпорация, против которой мы, ребят, с вами воюем. Конечно, ага. Я просто могу стоять на месте и расстреливать. У меня достаточно большой радиус обстрела. Мне даже можно не двигаться. Нет, приходится двигаться. Тихо! Так, подожди, прыгай ты давай. Господи, что ты начинаешь чудить-то здесь мне? На, получи, блин, слабый. Слабый выстрел какой-то был. Победа! Так, ну что? Еще ящик. Ну, ребята, здесь деревянный ящик, а там давали нам такой уже металлический. Помогите эвакуировать беженцев. Переживи три волны. Ну, хоть бы делали бы, знаете как, бежали бы эти беженцы. А вон они бегут. Они бегут. Так, один там пробежал. И мне бы надо было бы, знаете как делать, подбивать этих упырей, чтобы они не забомбили беженцев. Или защищать вон тот вот космический корабль, куда они бегут. Вот это было бы прикольно, да? Ты развернешься или нет, Джинджер, елки-палки. Я поражаюсь тебе просто. Стреляет... Нет, конечно, тут моя вина тоже есть. Она стреляет в противника, а я ей как бы не даю это дело сделать. Так. Типа мини-боссик, да, тут у нас появился. Развалился. Ну что, толстопуз, по-моему, пора тебе, да. Так, расстреливаем. Отлично, все нормуль. Погоди, 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 не туда, мы выстрел сделали. Воу! Что, серьезно, что ли? Так, одного подбили, хотя бы так. Все, нет? Нет, ребята, еще там наверху ползает какой-то подшнырик. Ну, теперь все, должны. Ну, так, закрылись и полетели. Так, это был у нас второй уровень, да? Получается, еще один нужно пройти. Переживи три волны. Так, мы теперь в джунглях с вами. Ну, давай, 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 давай. Так, это у нас животные, да, которых ДНК там пришельцев вселили. Так, маузеры. Мини-шреддеры бегают. Ну, давай, 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 давай. Ты будешь стрелять у меня. Она долго делает, ребят, перезарядку. Вот что я заметил. Когда кончаются патроны, она долго перезаряжается. И вот здесь вот такой вот нюанс, да. Если мы с вами, например, долго не стреляем, почему она не может автоматически сделать перезарядку? Так, хорошо. Всех в разнос. Так, турель появилась. Ладно, сейчас мы с ней разберемся. Тихо. Ну, все. А, последняя, ребята, последняя, третья волна. Дай-ка я вот так вот бомбану. Ах. Надо прокачивать. Или прокачивать, или новый вид оружия мне нужно. Ну, чтобы вообще тут дамажить по чернаку. Так, а это кто у нас еще? Что это за... Что-то я такого не помню. Откуда он появился-то здесь? Какой-то чувак с гранатометом. Так, ну это сосунки, это понятно. Так, вот опять он. Куда ты взялся-то такой с бомбой? С какой-то, ребята. Видимо, она катится-катится, потом до тебя докатывается и взрывается. Скорее всего, так она работает. Ну вот, сундучок уже отличный нам дали. Ну что, стыковочный отсек, понятное дело, это мы с вами уже не пройдем, потому что убийцы у нас не прокачаны. А вот сундуки, пожалуй, я пооткрываю. Деревянный. Так, сапоги. Нам выпали так. Вау, УЗИ, это для убийцы, ребят. Отлично, давай дальше смотреть, что тут. Так, броник. И пояс. Что у нас в этом сундуке? Так, пояс только зеленый, естественно, он улучшенный получается. И опи... А, на 16 уровень поясок мы с вами заработали. Конечно, хотелось бы эпический сундук открыть, ребят, но не надо пока. Так, что у тебя тут? Новый уровень? Нет, погоди, автоподбор. Что ты себе надел? Я что-то, ребят, как-то не посмотрел. Что-то он на себя напялил.
Это я вам точно говорю. Давай-ка мы этого паренька, наверное, все, один уровень только подняли. И автоподбор. Ну, а почему ты ничего не делал? А, вот оно что. Ему не хватает, ребята, уровня. Его качать, качать и качать еще нужно. Хорошо, давай посмотрим, что у нас там по событиям. Подожди, почему ты мне все... А, вот, забираем с вами, ребята, ключик. И вот здесь у нас еще задание есть. Так, заверши задание в командном пункте. В командном пункте. Так, ускорять, что ли, мне придется? Так. А я могу, например, вот это вот считается как задание или нет? Как вы думаете, ребят? Так, 10 гемов мы забираем. Нет, вы мне покажите, оно засчиталось или нет? Не понял я. Не вижу, ребята. Поиграй в режим бункера. Перейти. Так, забираем. 500 жетонов. Чекпоинт. Вау. Классно. Так, это у меня... Подожди, а почему же я тогда дальше не пошел? Воу, 15 этаж, ребята, будет новый сундук. Слушай, ну давай тогда начнем. А начнем мы откуда с вами? С самого начала? С самого первого уровня? Или нет, а? Так, давай-ка мы нашего вот этого паренька немножечко прокачаем. Какой там у него уровень-то? Сейчас я не вижу, где уровень-то. А, 12-й. Теперь, по крайней мере, он может с УЗИ бегать. Хотя бы. Ну, УЗИ-то обычная серенькая вещь. Так, поехали, ребята. Наша цель — пройти как можно ниже в этом бункере. И, соответственно, лучше будут плюшки нам доставаться. Ох, мы начинаем с вами с 11 этажа. Я думал с самого начала, нет. И это круто, вот это меня уже радует, ребят. Блин, я забываю, что у меня прыжок на пробел. Ёлки-палки, жму совсем не на ту кнопку. Хорошо, давай, ребята, разбираться с ними. Блин, конечно, такая комнатка, знаешь, особо сильно тут не разгуляешься, если честно. Так, ну, по крайней мере, враги тоже ватные здесь. Вчера, вы помните, да, у меня игра это почему-то барахлила. Постоянно какие-то обрывы с интернетом были, и я не мог нормально поиграть. Видимо, из-за этого меня и не пропустили дальше. Ну что же, 11 этаж, давайте дальше ехать. 12 этаж, стартуем. Там нужно какой? 15 этаж, да? Преодолеть, чтобы мы с вами смогли получить сундук. Так, хорош тут. Буянить, жуки, слизни. Так, маузеры. Но пока все изи. Никаких, ребят, проблем вообще не вижу. Корешок у меня играет, ну, на 20-м или каком-то этаже, говорит, все, там жесть просто начинается. Хочу проверить, какая там будет у нас жесть. Ну что, 12 этаж пройден, едем далее. Старт, ой, а что это тут? Я типа ограничен, что ли, или что? Вот я должен вот здесь вот стоять, по ходу дела, и отбиваться, да? А туда мне пройти нельзя. А, вот, лазеры исчезают. Но на короткий промежуток времени. Давай ты, господи, что там делаешь-то? Перезарядку он решил сделать, как всегда, вовремя. Так, турель. Не тут-то была радость моя. Так, жуки, слизняки, мухи, птахи. Ну, довольно легкий был этаж. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Так, 14-й. Что тут? Еще шипы какие-то. Еще, ребят, шипов мне здесь не хватало для полной коллекции. Так, давай. Они постоянно, ребята, всячески хотят усложнить уровни. Сейчас шипы, потом еще, может быть, что-то будет. Там какой-нибудь беглый огонь будет идти или еще что-нибудь. В общем, по-страшному все. Так, давай, толстяк, хорош там уже. Так, а вот это вот не надо. Это вот не надо. Так, достаем, мы достаем, ребят, до него. Подбили. Этих тоже ушатали. Пройден этаж. Ну что, это у нас 15 этаж. Должен быть чекпоинт, по идее. Если мы с вами затащим здесь. И сундук должны получить. Босс! Так, отходим. Я тебя помню, олух. Я тебя прекрасно помню. Что ты можешь делать? Ага. Да-да-да, именно вот такие вот свои выкрутасики ты и делаешь. Опа, волну он какую-то еще выпускает. Что-то новенькое, раньше такого не было. Ага. Мимо, говнюк мелкий. Так, расстреливаем его, расстреливаем. Бинго. Чекпоинт. Ну, об этом я вам как раз и говорил. Чекпоинт, так чекпоинт. Так, 16 этаж. А я могу, ребята, покинуть? Или я должен здесь драться до последнего? Я на самом деле хотел уже выйти и посмотреть, что у нас там происходит.
Так, завалили. Хоть босса бы какого-нибудь дали, чтобы размяться можно было. Это не босс, это сосунок какой-то. Мухи эти, которые нам тут... Все, ну, легко, легко, ребята, все. 17 этаж. Ну, хоть бы немножко усложнили бы, елки-палки, игру-то. Че я так, в самом деле, по ватам-то? Дайте босса какого-нибудь, как в прошлой серии, да? Двух героев на боссе слил, и все. Ерунда-то какая. Тихо, не надо буянить. Так, мухи, ну, мухи это ерунда. Клан футовцы, точно, ребята. Я думаю, на кого мне не похожи вот эти вот ниндзи. Клан футовцы, ё-моё. Из черепашек ниндзя, легенды. Точно. Так, турель, хорош. Бомбить. Все, да? Нет, не все еще пока. Теперь все. 18 этаж. Два этажа еще проходим, ребята, будет 20-й. Это будет чекпоинт у нас. Я не знаю, что мой кореш не мог пройти. По-моему, тут все изи пока. Я не знаю, может быть, на 20-м босс будет какой-нибудь там супер-пупер мощный. Ну, в данный момент я вообще никаких препятствий для себя не вижу. Проходится так. Так же изи. Так, бомбанули, бомбанули. Здесь тоже бомбанули. Так, давай-ка мы этого накумарим. Сосунка. Так, подожди. Что-то вас тут, по-моему, слишком... А, мухи уже не хотят погибать так быстро. Так, ниндзи. Клан футовцы бегут. Синдикат, елки-палки. Эй! Подожди. Давай вот так вот сделаем. Чтоб было им неповадно. А этот пускай там стреляет своими минами по земле. Мне все равно. Ребят, смотрите, у него здоровье уже в разы больше. Вот в чем вся соль. То есть враги постоянно крепчают. 19 этаж. Я, честно говоря, не хочу встречаться ни с каким боссом, если вот так вот все дело пойдет. Смотри, я уже даже маузеров не могу разбить, ребят. Я уже даже маузеров не могу подбить. Воу-воу-воу-воу. Хорош ты. Да чтоб тебя. Нет, ребят, сложно. Сложно, 20 уровень, блин, господи. Да что ж ты. Да вы прицепились, да хорош. Отстали от меня. Уже серьезно. Довели до ручки, блин. Когда эта волна закончится, а? А, тут бочка, господи. Я думаю, откуда они все время летят. Тут же надо бочку эту подбить, они именно оттуда вылетают. Куда ты, бедный, уже распаниковался у меня. Джефф начал куда-то не туда совсем бросать. Так, подбили? Нет, не подбили еще. Так, еще ниндзя. И еще одна, ребята, бочка. Ёпарасоте. Давай, давай, прыгаем тогда здесь. Мельтешим. Оу-оу-оу-оу-оу. 20 уровень, да, говорил он? не смог пройти. Я, кажется, ему верю. Потому что в данный момент я на 20 уровне. Я тоже, по-моему, не смогу тут пройти. Или смогу? Да отвали ты от меня, муха. Давай попробуем вот так вот бомбануть. Надо вот эту бочку, наверное, это последняя бочка, которая плодит этих мутантов. Мух вот этих вот. Нет, не последняя, опять ниндзи. И опять, ребята, бочка. Да хорош, вы серьезно, что ли? Воу-воу-воу. Да. Это издевательство. Господи, ты посмотри, что происходит. Ребят, Джефф у меня сейчас, по-моему, отдуплится. Я, конечно... Да, готов. Завалили Джеффа. Ну давай, выходи, Джинджер. Посмотрим, как ты здесь себя проявишь. Она должна проявить себя вообще отлично. Так, минус бочка. А, нет, погоди, погоди, минус бочка. Еще пока не подбили. Дай-ка я вот так вот запулякаю. Угу, одну бочку уничтожили. Дай мне, как говорится, чекпоинт-то пройти. 20 уровень, это... Да, ребята, это будет чекпоинт у нас. Так, бочку, 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 быстрее бомби ее. Ну? Господи, они отвлекают меня от этой бочки. Есть, подбил, наконец-то, ребята. Пройдено. Слушай, ну 20 уровень, да. Сложненько было. 20-й... А, нет, ребята, вот у нас 20 этаж где. То был 19-й. Босс! Да хорош, серьезно что ли? Что он там делает? Что он там замудрил? Опа! Ладно, это какой-то, ребята, типа скорпиона у нас. Фига ты там наяриваешь, парнишка.
почему-то не можем по нему попасть. Да ладно тебе, он еще... Вот так вот быстро расписали? О-оу. О-оу, ребята. Да. Да уйди ты, турель, отсюда. Оу. Фак, а. У него 10 волн. У него, ребята, 10 волн. Я не знаю, что тут. Как мы тут сейчас с вами. Я попытаюсь. Эй! Прям, ребята, появился там, где он. Текущий результат 20 этаж. Мне дали монет, мне дали немножко жетонов. Так, ну что, ребятушки, давайте посмотрим. Чекпоинт. Открываем сундук. Вау, классно. Так, нет, больше мы не пойдем. Для чего мы это все делали? Для того, чтобы, ребята, нам получить ключик. Ведь за событие так должно быть, по-моему. Ну-ка, посмотрим. Забираем. Выполните все. Поиграю в режиме бункера. Здесь еще нужно... Так, подожди, я же поиграл. Или нужно два раза? Какой, ребята, 16 этаж? А почему 16? Я же вроде... А, 20 этаж нужно было пройти. Для того, чтобы был чекпоинт. Все, я понял. Ну, это для меня проблем тогда будет, если честно. Надо было хотя бы мне Джеффа немножко проапать. И не только Джеффа, и пушку тоже надо было проапать. Чтобы мы как-то могли там наносить урон подходящий. Ладно, посмотрим, ребята. Босс, в принципе, босс сам по себе несложный там был. 17 этаж. Ладно, здесь тоже все изейше. Начинается где-то с 19 этажа какая-то проблема с этими, когда бочками, да, ребят, появляются у нас. Там действительно уже какая-то кабала начинается. Но здесь пока все изи. Да идите вы отсюда, а. Опа, нифига он бомбанул в меня прям. Так, ладно. Сейчас мы с этими разберемся. Надо нам как можно быстрее дойти до 20-го, ребята, этажа. И сразиться, попробовать с боссом. Не знаю, получится или нет. Минус. Так, иди отсюда. Все, пройдено. 18 этаж. Так, тихо. Не надо буянить. А нет, это еще не тот, ребята. Это нигде бочки. Бочки будут на 19 этаже. Так, расстреливаем эту фигню, которая там наверху у нас летает. Так, отлично, здесь справились. Ах ты, хлопчик, куда ты? Упс, не увидел, ребята, не доглядел маленько. Да хорош тут атаковать-то со всеми, со всех видов оружия по мне бомбят. Так, увернулся, да? Отлично, но здесь, по крайней мере, еще легко. Вот на 19 этаже, да, начнется вот эта вот развлекушечка. Упс, зачем ты так сделал, Рэй, да? Чем ты прыгнул? Да, господи, все уже с собой ловим, ребята, абсолютно все. Ну, попробуем, давай, ты посмотри, какой он, а, ребят, крепкий. Хмыреныш. Готов. Так, ну что, 18 этаж пройден, и остается лишь 19 пройти с этими бочками. 19 этаж. Сейчас будет жесть. Сейчас, ребятулечки, будет здесь жесть у нас. Да хорош ты. Что-то, ребят, я сливаюсь, по-моему. Причем довольно быстро. Но, елки-палки, стрельбу потерял. Давай отбиваться. Здоровья, конечно, у нас, ребята, очень мало. Очень мало. Это одна бочка, а там потом будет их две. Там их будет две, с двух сторон они будут, да? Да отвалите вы, жучары, от меня, а. И их все больше и больше и больше с каждым разом. Так, ниндзи пошли. Так, тихо. Господи, вот это, ребята, была заваруха. Слушай, я даже Джеффа, ребят, не смог провести. То есть сейчас еще снайперша здесь получает у меня дамага, да? Давай. Да, а почему он такая ватная-то? Эй! Почему так здоровье у тебя быстро улетает? Да! Слушай, а почему мне дают всего лишь трех персонажей? А как же мой убийца? Он что, недостоин, что ли? В чем проблема-то? Так, он бомбит. Слушай, ну этот доктор Зейн довольно неплох.
Это, конечно, удар у него немножко нелепый. Вот этот удар об землю, да? И оружие, конечно, слабовато. По 39 урона наносим. Перезарядка, как всегда, у него вовремя. Все у него как полагается. Да, щит поставим. Мне нужно подбить эту бочку, а он жуков все бомбит. Лучше бы ты так вот в бочку бы целился бы, как по ним. Ну, перезарядка трехчасовая, естественно, ребят. Трехчасовая перезарядка. Так, а вот, ребята, вот как раз и... Да иди ты, Луни Тюнс, тут еще... Все, вот, отвлекает, ребята. Господи, в следующий раз буду закрывать все эти эмуляторы, чтобы они мне не мозги тут не выносили. Я хоть бочки там... Нет, ребят, он тут расплодил уж чересчур, по-моему, дофига. Я по бочкам даже урон не наношу. Понимаешь, я тут бегаю, как этот, суечусь, а он плодит и плодит, плодит и плодит. М-да. И перезарядка мне нравится. Очень долгая называется перезарядка у него. Ну и патронов у него зато немало, ребят. Как-то не заладилось, ребята, у меня, если честно. Посмотрите, что происходит. Не могу нанести урон я по этим бочкам. Одну вот эту бочку вроде бы более-менее еще расчеклыживаю. Ну а здесь вы сами видите, вообще не айс, не алё. Меня как-то еще щит прикрывает, помогает мне здесь выжить. Да ну, я так буду до посинения, ребята, бегать. Он слабый. Он слабый, это не вариант. Ладно, пускай убивает, это можно бесконечно так играть, играть и играть, ребят. Так, 19 этаж, отлично, да? Мы его когда прокачаем, Джеффа, я думаю, что... Ой, Джеффа этого, доктора Зейна. Вот тогда вот он будет сжечь, а сейчас нет. Так, ну что, я надеюсь... Я для чего это все делал, да? Чтобы получить ключик. Надеюсь, сейчас мне дадут этот ключ или нет. Давай забираем. И да, забрали. Отлично. Так, а теперь... Теперь где его применить? Угу, вот здесь вот. Ага, губишки раскатил. Ребята, тут нужно минимум 4 ключа, чтобы открыть. Так, джинджер, давай далее. 1000 голды. Вау, это что-то новенькое, ребята, у нас. Фух, ну что, дорогие друзья, наверное, мы будем с вами закругляться. Сейчас посмотрим, что у нас вот здесь еще выпадет. Ранец. А здесь, вау, эпический, ребята, ранец. Это у нас для убийцы. А убийца у нас где? А убийца у нас кто? Вот он. И у него какой уровень? 12-й. И становится 14-й. Так, все, что он может носить, это УЗИ и ранец. Здорово, ничего не скажешь. Так, не хватает. Или... А, новый уровень я не могу, потому что нам нужно тренировочная 4-го уровня. Тренировочная. Так, вот она, да? Придется... Что? Максимальный уровень героя увеличивается до 20. Мостик 3-го уровня нужен. Так, мостик 3-го уровня. 4500 на 4 часа, ребята. Ну что, дорогие мои друзья, на этой ноте мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в Bombastic Brothers. Удачи вам и до скорого.